Приветствую, дорогие рыболовы, на канале Дом рыбака у Вовы. В этом видео я покажу вам, как приготовить мастырку, очень классную и уловистую. Топовые блогеры снимают там по 15-20 минут бесполезные видео, хотя этот процесс занимает буквально 1,5 минуты. Заливаем воду, засыпаем горох, включаем конфорку. Водичка закипела, ребят. Горох именно должен развариться. Вот он разварился, вот выстрелил. Разваренный, все полностью давится. И приступаем. Так, берем манка. Насыпаем манки. Ну, примерно там стакан будет 100-граммовый. Берем корицу. Корицу открываем. Насыпаем мы столовую ложку. Вот столовую ложку, и это все перемешиваем. Ложку меда, у меня свежий мед. Оп, одну ложечку, ну можно пару ложечек, он сильно жидкий у меня. Две ложки меда. И понемногу добавляем мы корицу и манку в нашу кастрюльку. Вот так прям высыпаем. И это все перемешиваем. Все это перемешал. Мы потом дробим наш горох. Вот так вот. И все, ребят, когда у нас все немножко остыло, можно брать руками вот так. И мы добавляем понемножку манки. Вот так сыпем. Понемножку засыпаем и это все тщательно вымешиваем. Вымешиваем. И получается у нас очень такое классное тесто. И вот такое тесто у нас получается, смотрите, ребят. Не липнет к рукам. Очень тянется классно, смотрите. Вот такие колбаски катаются, очень классные. Пересыпаем все это в какую-то емкость. У меня емкость это вот такое ведерко классное, небольшого размера, 3-килограммовое. Все, наше тесто готово